Они знают русский, татарский и иностранные языки, а еще универсальный, под которым подразумевается язык программирования. В Набережных Челнах на базе Педколледжа стартовал республиканский информационно-филологический марафон. Олимпиады по информатике, государственным и иностранным языкам здесь уже традиция. Но сегодня все конкурсные дисциплины объединили в единый марафон из 7 программ различных направлений. Одним из самых сложных заданий каждого стало творческое. Мы не только готовим человека, отвечающего «да» или «нет». Человек должен быть специалист, учитель, особенно мыслящий. И поэтому такие творческие задания, как продолжить рассказ, высказать свою точку зрения, они обязательно присутствуют в заданиях. Также будущие педагоги решают тесты формата ЕГЭ в соответствии с утвержденными стандартами образования. Выполняют задания в письменной и устной форме. Всего на старт недельного информационно-филологического марафона вышли 40 участников из различных городов и районов республики. На мой взгляд, такие мероприятия необходимы для студентов, потому что они готовят из нас настоящих специалистов. Они делают из нас будущих преподавателей. В условиях такой жесткой конкуренции отбираются самые лучшие студенты.